Проект благоустройства. Кого будет интересовать, сейчас сессия быстро у нас закончится. Подойдет Светлана Васильевна, если есть какие-то вопросы, она готова вам будет рассказать, показать, что здесь планируется и в каком виде. И кто хочет, пожалуйста, есть предложение послушать краткую информацию по благоустройству набережной, проект, что сегодня здесь рассматривали. Сегодня представлен был благоустройство наши данные предложения. Если будут у кого какие предложения, мы примем в письменном виде и обобщим, передадим проектировщику. Я думаю, что всем будет интересно. Ну, в двух словах скажу. Наша набережная, которую мы проектируем, от стоп водного мира до Алчика, она составляет протяженность 2,4 километра. Значит, кардинальных изменений она не претерпевает, потому что у нас не объект реконструкция, а у нас благоустройство набережной. Есть два ключевых таких момента, которые претерпят изменения. Это район Морпричала, это как предложение. Я прошу рассматривать как концепцию, потому что, в принципе, с предложениями, которые прозвучали на благоустроительном совете, надеюсь, с вашими предложениями уже лучше будем дальше дорабатывать эти материалы. Здесь район Морпричала. Отодвигается немножечко объект из АФ «Эдем» и вот объект, вы знаете, здесь здание Морпорта, который имеет совершенно неприглядный вид. Ну, это как на будущее, работа на будущее, но тем не менее, это предложение заслуживает внимания. Дальше здесь идет расширение набережной за счет, скажем, немножечко реконструкции торговых рядов вдоль набережной, спрямление ее здесь, торговые ряды предлагаются перенести сюда, в центр, напротив Арзы. Дальше идет, в принципе, совершенно та набережная, которая у нас есть, прямая. Спасательная станция, предполагается реконструкция спасательной станции. Проектировщики предположили, что наш выход с курортной аллеи на центральную набережную, собственно говоря, реконструировать совершенно не нужно, только с упорядочением сквера, который находится в районе ресторана «Парус», и с устройством каких-то там малых архитектурных форм в виде музыкального фонтана. Дальше реконструкция меняется, ее ширина остается та же, появляются малые архитектурные формы, скамьи, озеленение. И вот этот вот узел меняется, предложение, ну это предложение, оно вам тоже не новое, это было в концепции развития юго-восточной части нашего города. Здесь выход с улицы Гагарина тоже заканчивается бассейном и определенными видовыми площадками с расширением, знаете, вот здесь узкая часть в районе кафе «Тюльпан» за счет территории военного санатория. И переносом тех объектов, это МЧП «Эльвер», летнее кафе «Исмаил», немного выше, и дальше она также спрямляется. Даже где-то в каких-то местах предлагается за счет пляжа, но не за счет пляжа, пляжной самой территории, а консольной частью расширения набережной. Таким образом образовываются тоже видовые площадки. И завершение, как и предполагается по генплану, может быть, когда-то в жизни у нас появится, я такую набережную, потому что предлагается мощение нашей набережной в граните с использованием ограждения. В принципе, предлагают сохранить форму ограждения чугунное литье, которое есть на центральной. Благоустройство на набережной. В программе 1800-летий. Деньги государственного бюджета. Наши деньги идут только на финансирование проекта, работы, то есть эскизного проекта. С вас собирать не будут? С вас готовятся. Но, значит, элементы, вот, если вы увидите красный цвет, серый, были замечания какие основные? Хотелось бы получить набережную в виде, ну, скажем, визитной карточки города Судака. Вот в данном проекте я, например, этого не увидела. Но я думаю, что проектировщики еще подумают, в каком плане. У нас есть, вы знаете, доминанта в городе, это Судакская крепость. Хотелось бы, чтобы
авторы дали предложение по, может быть, реконструкции, чисто предложение, либо оформлению фасадов тех зданий, которые доминируют на фоне квадратных метров без бордюрного камня, да? Да, еще гранитные с бордюром. Почему мы сейчас... Почему мы сейчас активизируем эту работу? Потому что это предусмотрено мероприятие 1800 города. Данный проект проектировщика сбивает на 5 очередей. Мы будем определять очередность реализации данного проекта. В мероприятиях предусмотрено финансирование, но это и желание, и в этом случае были получены определенные какие-то заявления. Финансирование из государственного бюджета порядка 24-25 миллионов гривен на реконструкцию только на Бережном. Первые деньги в 2012 году. То есть разбивной очередности мы определим, какие в первую очередь, по каким очередностям будут разработаны рабочие проекты, и таким образом мы будем реализовывать данное концептуальное решение. У меня все. Внимательно посмотрите. Нет, вначале надо вникнуть. Вникните, посмотрите внимательно, и мы ждем ваших предложений. Было еще предложение такое, в конце набережной, может быть, под крепостью, сделать какой-то знак. Или, ну, не арку, но какую-то колонку какую-то, место, куда бы вот молодожены, судовчане могли приходить, какой-то памятное вот что-то, именно под крепостью. А сама площадь между парусами Льдинки тоже будет входить? Да, место, куда бы... Там все-таки Борисовали, и потом пойдем. Световой контакт. Давайте свои предложения. Вот подъезд, Это существующие теневые навесы на пляже. Я схватил за плечо. Я ж тут... А чего не сделать в центре фонтан? Мне кажется, он будет никак. У дослуга фонтан и тут фонтан. Оно будет некрасиво. Ну вы поймите, это как бы... Ну они же здесь не то, что некрасиво, они же прочерчивают оси. Это же не просто так, понимаете? Он может быть... Вы так воспринимаете. В любом случае, даже если он 5 метров сюда, если там у дослуга фонтан, вот тут он как-то... Если он не вписывается. Подождите, у скульптора Украины было предложение расставить по набережной скульптуры, так сказать, того времени. Предлагайте. Светлана Васильевна, извините, а это предложение могут вносить только депутаты или жители города, думаю, в том числе? Я думаю, жители города, но когда будет готов уже проект для обсуждения, я думаю, мы его выставим на обсуждение общественности. Питер, есть маленькая новинка. Человек идет, раз на кого-то место наступает и Скамейки сегодня. Вот здесь это у нас фонтан, где у нас здесь фонтан. Это не дом. Это не дом, мы поймем.